мы с вами идем на новенький пляж. В этом году еще на этом пляже не отдыхал. Пляж Лагуна. Посмотрим, что здесь за обстановка. Сколько здесь сегодня людей. Что тут, как водичка. Какая чистая, нечистая. Есть ли водоросли. Короче, сейчас сделаем такой небольшой, коротенький осмотр пляжа. Посмотрим. Вот сразу при входе встречает табличка «Купаться заборонено». То есть можно сделать вывод, что данный пляж официально не открыт. Либо его еще не успели открыть, не успели проверить. Здесь есть пляж сюда. Вон там камни. Тоже люди отдыхают. Ну, здесь, конечно, купаться максимально некомфортно в том плане, что здесь весь берег в камнях. Так разве что просто заплыл и плывешь. А это непосредственно сама лагуна, сам пляж. Ну, достаточно здесь такая комфортная обстановка. Но, правда, никто не купается. А водичка чистейшая, посмотрите, он прям прозрачная. Пойдем с вами поплаваем. Не купается, но никто, потому что вода холодная. Ребят, ну что, мы с вами на лагуне. Пляж Лагуна. Такой красивый камень. Такая надпись. Водичка шикарная. Ну как, прохладненькая, конечно, но плавать можно. Особенно если светит солнышко. Такое, знаете, пекучее. То вообще кайф. А вода здесь просто чистейшая. Вы понимали, посмотрите, видно каждый камушек. Видно абсолютно все. Просто супер. Водичка.